Руководство Республиканской больницы активно проводит ремонтные работы и оснащает родильное отделение ведомства. Так, на днях окончен капитальный ремонт душевых комнат для рожениц, которыми в роддоме не могли пользоваться несколько последних лет. Ну, у нас 8 душевых, которые не работали на протяжении последних вот 3-4 лет. Мы были вынуждены вообще закрыть эти комнаты. Оставалось у нас 2 душевые, где мы по графику купали наших больных, вернее, они сами купались. Вот, было очень неудобно, было очень много нареканий на этот счет. Поэтому мы обратились с просьбой к нашему руководителю, и он пошел нам навстречу. В экстренном порядке были выделены средства, был произведен качественный ремонт, я бы сказала, не косметический даже, а капитальный ремонт душевых. Душевые все были демонтированы и заново произведены работы по установке душевых кабин. Сейчас работает все в штатном режиме, мы пользуемся, никаких нареканий нету, больные наши довольны, мы тоже счастливы. Кроме того, Минздрав передал родильному отделению Республиканской больницы анализатор газов крови – измерительный прибор для определения качественного и количественного состава основных смесей газов крови и содержания электролитов. Данные исследования необходимы для новорожденных. Они позволяют выявить различные патологии у детей в самом раннем возрасте. Аппарат передал министр Эдуард Будба. Его стоимость около 1 миллиона рублей. Приобрести анализатор смогли благодаря спонсорской помощи. Наконец мы получили замечательный аппарат, анализатор газа в крови новорожденного, с картриджами, со всем наполнением. Этот аппарат мы много лет заказывали, ждали. Без ложной скромности скажу, что это большое достижение для нашей современной сейчас жизни, для нашего учреждения. Без этого аппарата невозможно решить вопрос перевода новорожденного ребенка на ИВЛ инвазивную. Персонал обучен работе на этом оборудовании. Оборудование будет установлено в отделении интенсивной терапии новорожденных, и работать на нем будут сотрудники отделения интенсивной терапии новорожденных. Такого рода оборудование впервые на территории данного лечебного учреждения, газовый анализатор крови, впервые приобретен, установлен, доставлен, инсталлирован с реагентами, с гарантией, значит, и будет помогать здесь в работе, потому что крайне очень важно знать газы крови, когда вот наши детишки рождаются и есть какая-то патология. Хотел бы выразить слова благодарности Алексею Жмулеву, большого человека, который является большим другом Абхазии, проживает в городе Москва. Вот он оказал такую спонсорскую помощь. Минздрав Республики Абхазия был приобретен этот анализатор газов крови практически с инсталляцией, с доставкой, с реагентами под 1 000 000 рублей. Спасибо вам огромное. Анализ газов крови относится к категории экспресс-диагностики и незаменим для оказания эффективной медицинской помощи при критических состояниях. Буквально за несколько минут врач получает данные по всем важнейшим показателям жизнедеятельности пациента. Особо важна его точность в работе с категорией новорожденных пациентов.